Привет, народ! Сегодня уже у нас 21 июня, вот и первый месяц лета почти закончился, время летит. Просили снять пару курочек, вот они, этот, продукция наших курочек. Сейчас приедет клиент, заберет это все. Все, сейчас куры несутся, ну, в день около 100 яиц, даже больше. Пойдемте посмотрим. Покажу. Давно, да, не показывал их. Они там пасутся. Сейчас дадим черной львинке. Куры у нас основные работники зарабатывают. Ну, неплохо. Яйцо, да, яйцо продаем 150 рублей 10 штук. 15 рублей одно яйцо. Такой ценник у нас. Вот наши курочки вон гуляют. Пасутся на травке. Сейчас просто меня все увидели, за мной побежали. Цыпа, цыпа, цыпа. Вот она. Черная львинка. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Молодочки уже тоже подросли. Вот барковская, барвиста, вот эти рябенькие. Это уже молодочки несутся. Есть молодочки. Адлерская серебристая, вон. Они еще не несутся, вон они. С такой шейкой. А их штук 20. Ну, остальные, я говорю, где-нибудь цыпа, цыпа, цыпа. Остальные внутри. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Там траву им тоже накидали с огорода. Куда-то туда убежали. Цыпа, цыпа, цыпа. Вот так. Вот, курей много. Больше 100 штук. Молодки. Декалбы вот белые. Вот она, молодочка. Вот белая. Вот, а нет. Ну, короче, все несутся. Молодки поменьше яйца. Эти годовалые, двухгодовалые. Крупные яйца несут. Один Петька, взрослый на всех. Есть очень красивые курочки. Сейчас ее нету здесь. А, вот петушок молодой, хохлатый. Вот он. Тоже с геном голубых яиц. Его мы на племя оставим. Но этот Петька тоже, у него ген тоже таких оливковых яиц, вот этого Петьки. Я его оставлял, чтобы брать потомство, но что-то так времени нету выводить. А вот он. Поэтому курочками все хорошо, очень хорошо несутся. Ну, гуляют на травке. Пасутся, вон все перелопатывает. Козы, козы здесь гуляют, куры гуляют. Так что все нормально с курами. Ладно, спасибо за просмотр. Куры — это один из самых... На яйцо есть спрос всегда. Ну, на молоко... Перебивает. Коста недавно стали держать. Есть клиенты, но не так. Ну и молока у нас немного. В день литра 3-4. Ну а яиц в день, по 100 яиц мы легко продаем. Ну еще и очередь стоит. Ладно. Всем пока, скоро увидимся.